Всем привет, дорогие друзья! Это канал Game World, с вами Артём. И мы продолжаем прохождение игры Call of Duty Souls. Так, поехали. Мы упали с самолета после того, как Рорк, скажем так, его разрушил с помощью своих приспешников. И нам сейчас надо пробраться через джунгли и завалить всех. И кроме ножа и пистолета, да, еще радарчика. Классно, у нас больше ничего нету. Ух ты, птички. Так, а вот ребятки. Спать. Забираем. Так, надо перезарядиться. Ё-моё! Тихо, нас ищут. Так, вижу троих. Давайте начнем с вот этого. А где он? Так, тихо. Один есть. Обойдем. Ага, тут не обойти. Так, ну ладно. Готов. Так, пошли. Там, ладно, фиг с ними. Пойдем вот за этими. Где-то очень рядом. Тихо ты. Разорался. Готово. Я думал, это будет сложнее. Готово. Так. А вот и наш боец. Пошли отсюда. У ребят тут пушечки. Они подходят ближе. Так, с чего этого? С глушителем. Ну, наконец-то. Нет, все равно идем с сонаром, потому что с локатором. Давайте вот так. Вертушка. Ладно, попытаемся их обойти. Стоять. Вот эта пушка круче. Тихо. Не, она реально круче, она стреляет одиночными. И она очень крутая. Тихо. Тихо вы. Блин, я их не заметил сначала. Так, вроде чисто. Я вижу еще несколько человек. Может быть, снимем кого-нибудь из них? Ха-ха. А то, ты знаете... Чересчур тихо идем. Не! Смей. Побежали. Не хочу с ними связываться. Ну, тут наши должны быть вроде как. Да, вон наши. Все, можно автомат брать. О, Никита, Стас, а где Вазген? Че ты за яма такая? Класс. Привет, ребята. Блин, все время нажимаю на АВ, чтобы посмотреть. Ну, до Assassin's Creed никак. Блин, одного убить нельзя было из-за того, что он... Понятно, так. Я боеприпасы нахожу. Круто. Парни, привет, ребятки. Готовы? Мако заберет нас в 2 Ух ты, смотрите, отсюда. Какая... Это еще что? Что за взрывы-то? В любом случае, кстати, какая скала классная. Будем действовать тихо и быстро, попадем домой. Пошли. Пошли. Слышу, да, конечно.
принципе. Ждем. Народу много. Они сваливают. Так, кажется, уходят. Идем вверх по ручью и не шуми. Само собой. Марко, слышишь меня? Мы уже на полпути. Пока идем вдоль реки, но на месте будем. Опа. А, я думал, они исчезли. Тут еще кто-то возвращается. Мы можем спрятаться за водопадом. Вот за этим, что ли? Ну давай. А давай их завалим. Прикинь, как классно будет. Они вот так проходят, а мы их рядами ложим. Затаись, пусть пройдут. Не шевелись. Серьезно? Мы же завалим их. Поторопимся, пока они не вернулись. Ладно, валим. Твою мать, нас спалили! О, бежим, бежим! Там это, РПГ! Как нас запалили-то? Я же прошел на тихую. Не вижу. Все? Фух, все сдохли. Да мы с глушака стреляли. Как нас вообще запалили? Непонятно. Огонь на подавление! Я за ним сижу! Я выхожу! Заряжаюсь! Каким мы обстрелом? Хрена себе! Нужна огневая поддержка! Зачем? Готов. Все. Воу. Что происходит? Вертушки над нами. Ждем у опушки. Пусть пролетят. Потряс. Идем тихо, не светимся. Встречаемся на гребне с той стороны. Представьте, идем по одному. Так, я, пожалуй, пойду с краю. Соберитесь, парни. Не светимся. Ну, не светимся, не светимся. Опа, противник. Не светимся. Да не светимся, не светимся. Так. Все. Мы почти у реки. Какое дерево классное. Эш, вызывай. Мака говорит, сталкер 1-3. Мы так, у надо и... ствол поменять. Воу-воу-воу-воу-воу. Это что такое? Это ядерная ракета. Ух ты, забавно. А это движки. Движки свалились. Парни, ну где вас носит? У меня вот все кулаки сбиты. Я, кстати, только что заметил. А, вниз по холму побежали. А, патроны нам нафиг не нужны. Правильно? Вау-вау-вау, не тормози! Погнали. Да аккуратней, старик, беги. Может, вы бежите так, как курица, блин, лапой рисует. Давай, 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 все вперед. Хорошо, на нас противник не шлет, не прет. Да, я помню, что... Да ты старый оборзел, что ли? Да, пули не могут причинить вред этой технике, я в курсе. Просто стреляю. Оп, пластом, походу, упали. Ну и всплываем. Давай, 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 парень. Нам надо выжить. Выжить и отомстить Рорку. Как-никак. Опа. Давай, 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 давай. О, собачка. Все, что ли? Хм, быстро прошли. Даже я бы сказал очень. Норад официально заявил, ракета, запущенная из Юкатана, не нанесла удар по США. Куда она делась? Именно это, парни, вы и должны выяснить. Ракета? Операция Циферблат. Штурм комплекса Федерации Ванда. Там мы получим нужную информацию. Понеслась. Циферблат. Да уж, время. Название. 22:35. Касочка. Ребятки. Уходим.
Кик, мы добыли вражескую форму и сейчас направляемся к КПП. О, да, детка, какая крутая снайперская винтовка. Мы заняли позицию КПП и... Просто шикарная. Вообще офигенно. Даже на shift задерживать дыхание. О, нет. У вас 10 минут на то, чтобы... Так, ну это понятно. Птицы, когда мы вырубим питание. Ну смотрите, как она красиво выглядит. У нее все, и калима... Все, и вот дальность, и калибровка прицела, все идеально. Ну, пора за дело. Могло быть и лучше. Логан слева прикрывает Кигана. Ну, и уберите да труп, мне его отсюда видно. Да, убираю, убираю. Тыла прикрывает меня. Сваливай, дядя. Нас. Где патруль? Они прошли внешний периметр, направляются да, к нам. Компьютер. Я ищу компьютер. Есть тут какой-нибудь комп? Нет, вроде нету. Тогда я тут посмотрю. Заноси его. Патруль приближается. Шоу начинается. Надеюсь, форма сработает. Да, я тоже надеюсь. Надо снайперку только махнуть. Я думаю, она не шибко нам пригодится. Пропустите БТР. А ты что хочешь, чтобы мы его не пропустили? Привет, дядя. А что от меня целится? Козел. Идентификацион. Привет. Пока. Ты что бибикаешь? Не бибикай. Чисто, а что сзади у них ходит за кусок пластмасски? Он же не защищает же он их спину. Если защищает, то это слабоватая защита. Пакет. Все на месте. Поехали. Погнали. Да, жалко. Ну вот, да, вот, вот эта пластмасска на спине. Внутри разводимся и не палите почем зря, как свет вырвется. Если такой у них броник, то это хрень. Систему, как доберемся до пункта охраны. Принял. Я, конечно, понимаю, что этот броник защищает жизненно важные готов, органы, но все же. Машина захвачена, готова выдвигаться. Так, минута. Вас понял. Платформ молчит. Вам предстоит. Через минуту вырубится электричество. А у меня ног нету. Мне единственное, нет ни ног, ни рук. Замечательно. Очень. О, у этого тоже снайперка, но у меня покруче. Так. База, куча народу. Это нехорошо. Это нехорошо, потому что это плохо. Ну, потому что это жесть. И слишком много. Я не знаю, на что они рассчитывают. Подожди, ну тебе маска призрака? Фух, мне показалось. Я уж думал, ты совсем обезбашенный. По идее, вот этих двоих можно снять. Если не двоих, то хотя бы одна... Ладно, не будем. Так. Сейчас свет вырубится. Не приготовить БНВ. Все чисто. Все чисто. Ах ты говно. Двигайтесь, у нас мало времени. Все, что ли? Ну, вы сами тут разберетесь с жучками, да? Так, снайперка крутая, но на АК поменяем. Я здесь. После подключения мы услышим и увидим все. Нет, пожалуй, вот эту с коллиматорным прицелом. И да, коллиматорная это точка. Забываю все время. Движение впереди. Их мы в зеленой зоне. Все нормально. Ребятки, давайте. Секунд до восстановления питания. Гидроизоляция нам ни к чему. Нет, спасибо. Так, бурить. Давай. Секунду. Видите крестик? Нет, этот крестик не побурит. Первая оболочка есть. Так, давай дальше. Переходим ко второй. Так людей просто. Ха-ха, ну по... Какие-то прям ровные крестики рисуешь. Гидроизоляция отключена. Заметил.
Заряд активирован. Поджигайте термит. Понеслась. Да, о, да, термит! Да. Знаете же, что это, да? Это классная штука, которая срезает все петли и все подряд. Взрывай. Молодцы. Заходим. Передняя дверь открыта. 24 минуты. Огонь готов. Глаза и уши активированы. Минус 2, минус 3. Вот к вам направляется целая толпа. Но мы уже половину из этой толпы вынесли. Все. Сильная активность на следующем перекрестке. На каком? Слева, справа? А, это свои. Блин, патроны кончились. Так, тихо. Впереди все чисто. Все, готово. Сюда! Туки-то... Кто так делает-то? Ногой надо вышибать. Погнали. Переключаюсь на южный коридор. К нам направляются зима, цели. Зима, холода. Двигаем по шоссе к гнезду. Вижу минимальную активность на шоссе. Так. Радар вас пока не видит. Какое шоссе? У нас есть шоссе? Так, тихо. Нет, тут сюрпризов не будет. Сюрприз. Я его убил, по идее. Вы сами видели, да? Противники скапливаются в ротонде. Так, мне есть идея. Не спеши. Куда не спеши, надо их валить, пока они... Открываю огонь! Спиной стоят ко мне. Что это было? Какой... Шевелитесь, пока сюда вся база не прибежала. Так, тихо. Готово. Готово. Шикарно прям. Даже ни хрена себе, лежачего в десятером просто разложили. Вы идете по расписанию. А ну пошли вон отсюда, крысы. Будь вы не мирными жителями, я вас завалил бы. Так, ух ты, пулемет. Подготовка к передаче. Все сбрасывайте мешки на платформу управления. Бросайте мешок. Бросил. А что у меня было в мешке? А в мешке турелька. Так. Турелька. Приступай к компьютерному банку. Так, погнали. Мы вас прикроем. Давай, 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 давай. Назад, Логан. Погнали. Так, тут что? Гранаты. 30 секунд? Это мало. Ты нашел данные по ракете? О да, все здесь. Параметры, конструкция, применение. Все. 30 секунд вышли? Или есть еще время? Давай! Приближаются по главному склону! Стреляй по ним, турелька! Давай, давай! Никто, противник не пройдет! Все, что ли? Да, я тоже думаю, что это как-то легко. Да. Пулеметы перезаряжаются долго. Да что такое? А, это моя взрывчатка. Точно, я совсем забыл про нее.
Пулемет чересчур точный. Так. Впервые они сказали справа, и они пошли справа. Блин. Еще один. Хрена себе. Опять перезарядка. Ё-моё. Да, точно. У меня везде взрывчатка. Не зря я ее тут положил. Там турель нас прикрывает, надеюсь. Так, надоело. Меняем. Давай, давай. Куда, куда? Куда ты пошел? Давай, беги на взрыв, на гранату. Ой! Не знаю, может быть, она взорвется. Что это за... Боеприпасов мало. Нас атакуют! Срочно нужно поддержку! Серьезно? А я думаю, с нами в шахматы играть будут. А нас атакуют, оказывается. Понятно. Данные загрузились уже. Так что все нормально. Готов. Готов. Сдохни. Данные забрали. Бросаем дым. Стоп. Стоп. Валим, валим. Выход свободен. Мы перехватили переговоры на резервной частотах. Еле-еле. Сволочи. Надеюсь, я хоть в кого-нибудь да попал. Хотя, блин, с этой хрени хрен попадешь. 23:56. Выходим тем же путем, что вошли. Оружие держите наготове. Смешиваемся с толпой. Нога, помогите им. Хромай. Не стрелять, если не хотите прорываться с боем. Так, дробаш. Погнали. Что у тебя? Автомат и автомат. С боем, говоришь? Я хочу прорваться с боем. Блин, слушайте, может быть, реально прорвемся с боем? Бур у них. Они начинают собирать своих людей. Мы погнали. Я советую вам поторопиться. Я гранаты подобрал? Да, одну. Так, это не наши. Нет, это не наши. Мы только что ослепли. Завод у них. Они не знают, как мы выглядим, так что чем мы паримся? О, шавка. Прорваться с боем, блин. Так хочется. Валим, валим, валим. Да, привет, ребят. Слеп. Пикалка пикает. А, это тревога. Да, с боем нам есть им прорваться. Погнали, погнали, погнали. Так, сверху. Это пулемет? Нет, это... Вот пулемет, а это... Это гранатомет. Интересно. Моего сигнала не стрелять. Дадут пострелять? Бэль, данные, что мы захватили, содержат оценку потерь. Оценка потерь? В городах. По всей территории США. Толедо, Лексингтон, Чикаго. Мы покидаем базу. Не. О, стоп, стоп, стоп. Не отставать, транспорт будет через 3 минуты. Они тормозят машины. Время для эвакуации 2 минуты. Сзади никого. Слушайте, вы сами понимаете это, да, что нам кирдык, да? Пошли. Нас спалили бы все равно. Вражеские грузовики понизу, справа.
уничтожить их! Погнали, погнали! Да наплевать! Ха-ха! Да я в курсе! Ха-ха! Слушайте, а штука действительно классная! Срочно подбирайте нас! Где кто? Готов! Так, извиняюсь за этот звук. Случайно. Ё-моё! Чё это? А? Чё это? Какое? Ты чё? Так, стоп. Последняя контрольная точка. Мы чё-то врезались. Да вы шутите. Ха-ха. Так, ладно, давайте дубль 3. Врежься ни в чем. Готово, готово и готово. Нептун, мы в пункте эвакуации, прием. Нептун-1 поднимается на поверхность. Да, детка. О-о-о-о-о, это что? Это подводка! Так, ладно, было всего два неудачных дубля, но это не страшно. Все, мы на подлодке. А-а-а! Никто не выживет в этой адской бойне. Да, я не психанул, бывает. Сэр, они на борту. Что мы получили с этих данных? Да, ракетная программа Федерации разрабатывается в высокотехнологичном комплексе у порта Рио. Береговую линию удерживает третий флот Федерации. Вот поэтому мы направляемся на юг, чтобы отвлечь их внимание, атаковав платформу «Атлас» в самом центре пролива Дрейка. Ладно. «Атлас» пал. Будем пока на этом заканчивать. Само собой, продолжим уже в следующей серии. Так, что это у нас? Хотя, ну понятно, в следующей серии мы это увидим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока. Вас понял, тут Full House.